Наступил тот день, когда я еду. Такая счастливая, даже не верю, как во сне. В порядке все у меня. Смотрите, какая красота. Всем привет, мои дорогие зрители. Я в Батуми. Вижу Ашкема своего. Мы находимся в сказке. У нас с мужем такой активный, насыщенный день. Идет бабуля с ними посмотреть, где учатся мои внуки. Турко-туристо. Какие вот дела у нас. Доброе утро от моих деточек. Сегодня у нашей Ирмочки день рождения. Ей сегодня сколько? 6. Кормлю я их. Не успела, видите, снять. Они уже как любят кушать у бабулечки. Да, внучата мои? Хотя курочки, хлопья. Вчера у них была каша. Друзья мои, вот не хватает рук. Надо же за ними смотреть. Сейчас хачапурку для мужа тоже жарю. У нас сегодня гости. Мы с Ашкемом подготовились. Смотрите, шарики какие надули. Шарики. Ну, один сдул. С Ашкем бирта найду, что... Сразу я делал. Ашкума я делал, да. Ашкума я делал, да. Домгине, а ты тут, ты, Ашки. Да, ну что там, бабуля, показывай. Какая Галюся! Ты любишь, бабуля, куколки? Моя внучечка. Понравилось, Варя, тебе? Поздравляю! Если честно, снимать нечего пока, потому что и себя страшно снимать. Все чисто, весь дом чистый, кроме хозяйки. Смотрите, сколько хачапури я напекла. 3, 4, 5, 6, 6 хачапури. Это не все. Здесь у меня пирог с картошкой и зеленым луком. Лахмаджун принесли, поэтому я вот отвлеклась. Смотрите, тут у меня жарится картошка, здесь кукуруза варится. Так, здесь я показала наш пирог, и сейчас покажу здесь оливье, сейчас надо смешать все. Если бы из телефона запах шел... Такой вкусный запах, вы не знали. Так, пошли быстрее. Я их тут подушками. Все спрятала лохмаджушки. Покажу сейчас самая вкуснятина. Ух, ух, ух. Давай, Мария, раскрой. Самая вкусная. Вот такая лохмаджун. Вот. Вот. Ух, Светлана сделала вкусный спарс. Просто обожаю Мария. Это. Ну все, друзья мои, мы... В принципе, все у меня готово. Сейчас надо привозить себя в порядок и детей. И ждать гостей. Пирог готов, такой красивый. Картофель пожаренный, хрустит. Самое главное, чтобы готово. Хачапури готовы, я пошла купать детей. Ой, мои девочки, ешки. Света. Дэми, ты тоже? Thank you.
время. Браво! Молодец, Вануся. Всем привет, друзья мои! Сколько дней я приходила в чувство после дня рождения, занималась уборкой, адаптировалась. Слава Богу, идем на море! Да, идем на море, слава Богу. Вчера вечером купили купальники, босоножки купили на первое время. Так у детей все хватает пока. И вот мы идем на море первый раз. Погода с утра была такая облачная, закрытая. Думала я 6 часов их поднять, но замерзнут. И решила, что я выстрою свой план. Обо всем вам расскажу, наговорю потом. Сейчас вот мы, Яндерчик с нами. Сегодня праздник, Курбан-байрам, Кутлу-Йорус. У нас во дворе там этих режут овечек. Такая идет вся работа во дворе, так приятно. Мы первый раз дома на Курбан-байрам. Баба-Джим тоже весь в заботах. Ну, как всегда, вот наша семья. Эндер вообще так помогает, не дай Бог ему здоровья. Морюшка, наша морюшка. Светлана наконец-то вышла из дома. Конечно, сейчас поздно, начало 11-го. Но вот завтра уже... Посмотрим другие дни, как мы будем бегать. Купальники купила им. Такие красивые. Такие счастливые. Водичку не глотайте. Я пошла купаться. К сожалению, здесь убрали наши скамейки, на которых мы любили гулять. Поэтому мы расположились всей семьей на полотенцах. Я спать хочу, я сейчас спать. Я тоже спать. Я уже жарко. Ирмочка сегодня очень много водички напилась. Дай Бог, что все было хорошо. Я ей сейчас приду уголь дам. Ирмочке. Хорошего понемножку. Как же хорошо дома. После байрама нам должны принести новую занавеску. Наши дела мои не заканчиваются. Вот я после моря еще даже не села. Ой, соседи тут режут животных. Одни, потом вторые, третьи. А мы накупили мясо. Где нам, какое нам животное? Боже, смотрите, сколько мусора у меня за весь день. Тут у меня варится капуста, кукуруза. Здесь у меня суп для детей, макаронами они любят. Здесь Ашкин накупил в первый день очень много фруктов. Они начали, мне не нравится. Я тут, знаете, какое варенье? Слива, персик, абрикос. Это моя зелень. Здесь у меня, смотрите, мясо с косточками и картофель. И прямо вот этот весь жир будет туда стекать. Водичку поставила, чтобы все. Это духовка, когда я приехала, была такая засрата. Это какой-то ужас. Что я приготовила? Смотрите, салата два. Это кабачки. Не кабачки, а баклажаны я запекла. Добавила масло, чеснок, соль, перец и зелень. И это такой холодный. Я тоже запекла это в духовке. Ну вот у нас такое будет. Да, я еще... Еще я сварила два компота, то есть еще сегодня. Каждый день варю из фруктов, очень нравится детям. Арбуз порезала, боже мой. Друзья мои, я просто не знаю, когда я привыкну. В принципе, я не жалуюсь. Я еще полы перемыла, всю квартиру убрала за птичками, за детками. Накормила их супом. Вот такой у меня рабочий день. Я не жалуюсь, я безумно счастлива. Такие приятные хлопоты. Мне нужно сейчас поработать по бизнесу. Вот такой у нас сегодняшний ужин.
Сейчас разложу по тарелочкам. Суп мерджимик. Бабуля, включи свет. Свет включи. Хачапури. Все, что хотите. Сейчас компотик еще, компотик. Ты будешь кушать, бабуля? Да. Бабулина еда нравится? Да. А мерси? Батуми хочешь отвезу? Нет. Ставьте лайки, подпишись на мой канал. Не забудь нажать на колокольчик и поделиться моим каналом с вашими друзьями и близкими. Всех вас люблю и ценю. С вами Светлана Ата.